мы сейчас поедем налево, в район 38-й школы. Мы поворачиваем с улицы Шелеста. По новым линиям разметки очень удобно поворачивать. Мы должны здесь пропустить просто всех. Это маршруты многих автошкол. Сейчас я покажу, как это делается. В данном случае нам нужно пропустить вот этот поток движения впереди. Видишь, они все стоят, стоим, нам некуда ехать. Вот сейчас белая машинка отъедет, мы туда заедем. Вот сейчас будет в камеру все видно. Пока пропускаем поэтапно одних. Вот этот человек нас пропускает, поехали. Спасибо тебе большое. Сначала вот сюда выезжаем. Вот наша разметка. Теперь пропускаем тех, кто слева, и выезжаем на разметку, где вон со стрелочкой, видишь? Угу. Вот, мы сейчас туда выедем. Мы можем не смотреть сейчас направо, потому что мы пропускаем только одну полосу движения, вот слева которая. Выезжаем в полосу, выезжай, не бойся. Вот наша полоса, тут даже стрелочка нарисована, смелей. Сначала в нашу полосу, теперь смотрим в зеркало, остановись, включи правоповоротник. Ну и, соответственно, пропускаем всех. Нас пропускали, да, моргают. Спасибо большое человеку этому. Сразу на знаке смотрим, что остановка запрещена. И знак 40. До первого перекрестка это действие этих знаков нужно выполнять. Вот, в принципе, ничего тяжелого не было. Повернули с Шелеста на 38-ю школу. Все, с вами был Андрей. Все, хорошо. Вот вопросы, звоните.